Это была вторая песня в моей жизни, которую я написал, когда шел утром из родильного дома. У меня родился сын. Есть дома многоэтажные, на листе дома бумажные. Есть дома, в которых люди проживают много лет. И хотите, не хотите ли, есть казармы или трезвители. Есть аптеки и есть театр, где показывают балет. Но есть такие дома волшебные, особо важные для людей, где побывали мы все, наверное, где получают отцы детей. Там на всю жизнь называют Герой или Сережей или Петром. И потому в жизни самый первый и самый главный родильный дом. Избушки деревянные, небоскребы есть стеклянные. Есть дворцы, в которых пусто, и отели, где уют. Бани есть и министерство, институт, где лечат сердце. Помещение для капусты, но детей там не дают. Но есть такие дома волшебные, особо важные для людей, где побывали мы все, наверное, где получают отцы детей. Там на всю жизнь называют Верой или Мариной или Петром. И потому в жизни самый первый и самый главный родильный дом –